Друзья, подписывайтесь на канал, кому интересно. И сегодня мы будем ремонтировать микроволновку. В микроволновке, друзья, не работают клавиши. Вот смотрите, такие кнопочки мы купили. Ну, вообще-то, реально очень дешево. По гривне по одной. Вот такая цена на кнопочки на базаре. Там такой есть человек, торгует. Классные кнопочки и дешево очень. Вот, и сейчас мы эти кнопочки будем приделывать вот, друзья, сюда, потому что сенсор этот, друзья, не работает. Запоминайте, во всех микроволновках почему-то у людей не работает никогда сенсор. Шлейф, видите, мы подрезали в прошлом видео. Просто так получилось, что пока был целую неделю занят. Вот, видите, мы отрезали кусочек шлейфа, думали его продвинуть дальше, но дальше он зашел, а все равно не работал. Потом мы еще вон кусочек подрезали, еще три раза подрезали этот шлейф. В итоге ничего, друзья, не получилось. И мы припаяли вот такие провода, видите, с кнопками. У нас пока только две кнопки, старт и стоп. Этого, конечно же, достаточно было. Но я потом подумал, лучше приделать все кнопочки. Сейчас мы их будем все напаивать. Смотрите, друзья, как это просто, друзья, просто делается. Очень легко. Всего лишь на двух винтиках держится плата. Не влазит. Тут экранчик цепляется, честно говоря. Вот, видите, как я напаял вот сюда. Припаял к этой платке. И сейчас мы будем приделывать сюда клавиши. Вот такие клавиши припаивать. Мне начинает интересно этот шлейф, видите? Мне вот смотрите, имейте в виду, что мне написали в комментариях, да, что этот шлейф очень легко ремонтируется. Там человек написал, ремонтирует такие шлейфы на ура. Но как, я правда честно не знаю. Понятия не имею, что с ним можно сделать. Там, кстати, все, друзья, рабочее. Что сделать с ним, не знаю. Вот, ну, не знаю, действительно. Думал припаять к этим, но оно просто плавится, не припаивается провода к этому. Вот, если бы припаять, было бы хорошо. Ну, не знаю, как припаять, не знаю. Поэтому придется приделывать сейчас вот такие выключатели на эти места приделаем. Друзья, сначала я хотел пропалить отверткой. Ой, отверткой, паяльником дырки. Но потом случайно нашел, вот такая штука у меня валялась. Со сверлышком, видите, поэтому я решил вот так просверлить. Пропалить хотел гвоздем горячим. Но газ далеко идти. Кухню далеко идти, полить. И вот получилось 4 дырочки. Видите, очень легко заходит. Так легко даже не ожидал. Прямо как шилом колит будто бы. И вот получилась первая кнопка. Только проблема серьезная. Смотрите какая. Оказывается, пластмасс очень толстый. Ножки совершенно не вылазят почему-то. Надо удлинять ножки. Будем удлинять вот таким проводом многожильным. Одножильным, боюсь, отвалится. Пришлось взять, друзья, такие тисочки, потому что, слушайте, выпадает с руки постоянно. Без тисков дела не будет. Вот так, видите, припаиваю. Очень долго, нудно. Что очень долго мы паяли, надоело. Честно говоря, я рассчитывал, что сделаю все клавиши. А, честно говоря, мне кажется, только старт и стоп достаточно будет. Очень, друзья, это нудное дело. Очень нудное. Видите, как оно выглядывает? Вот такая кнопка получилась. Видите, конечно, до конца она не залезла. Тут я накрутил. Ну, в общем, конечно, мне не нравится совсем. Ну, вот уже и две кнопочки получилось. Полчаса почти ушло больше на это. Вот. Представьте, это до утра надо паять. Я так чувствую, чтобы все это сделать. Вот какой красивый кусок канифоли у меня. Ну что, видите, честно говоря, это очень-очень, друзья, нудно. Поэтому чувствую, надо заканчивать, как говорится. Посмотрели чуть-чуть хорошего и хватит. Что, прошло около 3 часов, друзья. И вот мы вот так вот копаемся. Видите, припаиваем клавиши к этому таблу. И вот что у нас, друзья, получилось. Посмотрите, какая красота. Конечно, сказать, какая красота. Да, это ужасно, конечно. Но это же я не себе, друзья. Я не себе. Это просто попросил соседка. Вот и получается, смотрите, что у нас выходит. Чик-чик-чик, видите? Вот видите, старт-стоп. Видите, как работает. Конечно, если вы скажете, что это опасно, не забывайте, друзья, с трансформатора я провода снял. Ну, один не мог снять, но с магнетрона, видите, снял. Снимайте всегда провода с магнетрона при таких ремонтах, потому что очень опасно. Вот, поделали еще и кнопки, видите? Вот видите, как хорошо. Кстати, очень будет довольно-таки надежно, никогда не поломается. Это тоже, видите, рабочая кнопка. Это тоже, видите, рабочая кнопка. Зато никогда не поломается. Это авторазморозка, ну, тоже она сразу включает тоже, да. Вот так, друзья, получилось. Сейчас будем собирать. Наверное, вот такое оно, все, видите, барахли. Ну, такое, в общем, да. Посмотрите, как получилось. Провода все там спрятались. Шлейф тоже там спрятался.
Табло получилось вот такое вот, видите? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот так вот. Вот, друзья, такое получилось, друзья, у нас табло. Посмотрите. Неплохо получилось. Сейчас будем его подключать. Сейчас будем и смотреть, что у нас получилось, ну, на самом деле. Ставим табло. Ну и вот так получилось, видите, старт. Это, видите, это работает. Минуты работают. Это работает, видите? Вот, конечно же, вы скажете, почему сюда не приделал вопрос. Да вот, кнопки есть, купил много, но очень нудно. Вы знаете, так нудно паять. Самое главное, вы думаете, может, я включаю, опасно. Да, опасно, но я магнетронные провода снял. Видите, магнетрон без проводов. Еще раз показываю. Провода снял с трансформатора тоже. С магнетрона снял. Всегда снимайте провода. Ну, так, наверное, оно уже и будет, я так думаю. Это все, кстати, провода есть. Я их так засунул, я их вывел. Провода есть. Но паять, друзья, ну, очень-очень, друзья, лень паять. Паева очень лень. Ну, в общем-то так, видите, тут открывается, раз. Ну, мне кажется, это будет надежно. Пишите комментарии, кстати, мне тоже интересно, что это.